Как построить простой дом в Майнкрафте, краткая инструкция. Для начала необходимо сделать основу дома, так сказать, фундамент. Лучший материал для этих целей – каменные плиты. Затем нужно возвести стены. Не забывайте про оконные проемы, в которые потребуется установить стекла. Определиться с количеством окон и расположением входа в дом следует заранее. Количество этажей каждый определяет для себя сам. Углы дома и верхний пояс желательно делать из дуба. Крышу можно сконструировать из угловатых блоков, выложив их ступенькой, которая постепенно сужается к небу. Главное на данном этапе – соблюдать симметрию поставленных блоков, это даст гарантию красивой и ровной крыши. Далее спускаемся вниз и обустраиваем наш вход ступеньками и дверями. Все детали должны гармонировать в цветовой гамме, и тогда ваш дом в игре Minecraft получится самым красивым. На втором этаже можно добавить пару балкончиков, что придаст неповторимость и изящество домику. Вариантов домов в Майне огромное количество, поэтому проявляйте фантазию и не бойтесь экспериментировать. Блоки всегда можно сломать и на их месте внедрить любую деталь архитектурной мысли. Для ускорения строительства используйте автокликер. С его помощью блоки ставятся с молниеносной скоростью. Чтобы им воспользоваться, нужно зажать клавишу F10 и мышкой указывать направление. После возведения здания наступает время обустроить жилище. Однако, тут уже каждый решает сам, как и где устанавливать тот или иной блок или иную декорацию. Поэтому, стройте свой дом в игре Minecraft и кто знает, а вдруг эти навыки вам пригодятся в настоящей жизни и вы станете великим строителем красивейших зданий. Один шаг, выбор типа дома. На первом этапе необходимо определиться с типажом дома. Может вы мечтаете о красивом и тех доме или о небольшом, уютном домишке, а может и вовсе хотите секретное подземное убежище. Два шаг, выбор места для строительства. Отличным и необычным вариантом станет дом на воде, или же можно сделать домик отшельника высоко в горах, а можно там же в горах отгрохать себе особняк, как у Тони Старка. В общем, на этом этапе необходимо также остановиться и хорошенько подумать. Три шаг, строительство. После того, как вы определились с конечным вариантом, настала пора запастись материалом и приступить к постройке. 1. Строим двойную площадку из досок дуба размером 6×9. 2. Достраиваем на одной из сторон двойную площадку 4×2 блока. 3. Добавим небольшую площадку из каменного кирпича. 4. Наверх каменной площадки достраиваем площадку из досок. 5. Меняем один блок дубовых досок на блок каменных кирпичей. 6. Пристраиваем два колонны каменного кирпича и один панель размером 3×2. 7. Каменными ступеньками декорируем верхний выступ между каменными стойками. 8. В получившихся нишах высаживаем цветы. 9. Строим столбики из белого мрамора каждые 3 блока. Размером 6 блоков в высоту. 10. Пристраиваем еще один столбик в 4 блока в высоту. 11. Соединяем все столбики вверху. 12. Внизу также соединяем столбики между собой. 13. Делаем окантовку из белого мрамора так, чтобы блоки висели в воздухе, не лежали на досках. 14. Дублируем окантовку поверху. 15. С торца застраиваем стену блоками так, чтобы получились два ниши под окошки 2×1. 16. Застраиваем белым мрамором вход для того, чтобы в дальнейшем вставить двойную дверь. 17. Делаем симпатичные перила из панелей черного стекла. 18. Стеклим все окошки панельками из черного стекла. 19. Застраиваем крышу так, чтобы осталась ниша 2×2 для окошка. 20. Делаем окантовку из досок, а саму нишу стеклим, то же самое делаем и со вторым окном. 21. Вставляем двойную дверь. 22. Строим вход с первого этажа и облагораживаем контур дома дубовыми листьями. 23. Наш техдомик готов. Осталось обустроить его внутри. В следующем видео будет постройка дома с точным рассказом, что куда делаем. Подписывайся на канал.